Я не понял. Не поздновато ли для подарков? Арсению брошу, Саше брошу. Все спят. Тихо, Шерлок, не пали меня. Так, ладно. Долго так моё. Я такие нерфы точно не упущу. Так, давай. Быстрее, а то сейчас повстают. Опаньки. Отлично. Все, это моё. Это моё. Так, я тут сюда. Сюда. Все. О, подарочки. Какие подарочки? Еще ж, уже ж не Новый год. Папе брошел. А это какой громадный. Вау, какой крутейший. Это же я такой себе в письме Деда Мороза писал. Читать умеешь? Что? Папе брошел. Я ж свободен. У меня пока просто нет времени, пусть стоят. Я ж такой себе писал в письме. Ничего не знаю, видишь? Дед Мороз мне принес. Папа, он, наверное, ошибся. Зачем тебе нерфы? И тут папе брошел. Я, видимо, лучше нерфер у вас в семье, понял? Саня, я сейчас с человеком встречусь. Не смейте мои нерфы трогать, ясно? Все. Понятно. Ребята, как вы думаете, не странно ли папе и нерф, который я хотел? Эх, наверное, электрический. А нет, 60 полный механический. А я не понял, что это за бумажка. Посмотрим. Стоп, написано Саше. Что? Саша брошел? Это, наверное, папа меня обмануть решил. Что же, ребятки, все-таки это мой нерф. Пошел я его распаковывать. Стоять! Куда? Это мой нерф! Куда пошел? Обмануть меня решил, это мой нерф. Наклей! Наклейку наклеил. Это я тебя порос передумал, значит. Тут же написано, Саша прошел. Какой? Давай. Дай сюда нерф. Ну-ка, дай сюда нерф. Это Дед Мороз перепутал? Это мой нерф. Написано, вот. Значит, вдвоем. Сверху было написано, папе брошел, понятно? Нет, папочка, было написано, Саша брошел. Просто кто-то... Смотри. Можно вообще вот так сделать, понимаешь? Что? Все. Вот видишь, и что? Мне. Да, это мой, вот там у тебя наклейка, нет, да, давай. Мой? Саня, все, давай вместе открываем. Открываем. Не-не-не, вместе открываем. Все. Саня. Открываем вместе, но я буду стрелять первый. Не, у меня привилегии, я выше. Смотри, я то его сейчас на крышу и сам там пойду заберу. Не, я открываю, ладно, выстрелишь первый раз. Все. Давай. Тихо. И не дергаться. Смотри, даже картинка рифленая. Смотри, все. Все мелкие детали. Phantom Core серия. Офигеть. Я такого у нас нигде не видел. Смотри, какой-то Spring Action механизм. Какой-то специальный механизм. Скорость 30 метров в секунду. Accuracy, точность. Все, где он тут? Только ногти подстричь не могу, давай, колупай эту, чтоб коробка тоже целая осталась, слушай, надо ее сохранить. Не зря я о нем писал в письме Деда Мороза. Да, только вел себя, наверное, не очень, поэтому он меня написал, потом передумал. Ты опять начинаешь, это мне! О, для командной игры, красная и синяя лента. Саня, смотри, что я увидел, еще есть какой-то хера. MX-7200 Хелиос, он на Аполло похож, у нас Аполло, да, есть. А вот это, смотри, это какой-то прикольный, да? Да. Ладно, давай. О, вот это. Нифига себе. У него тоже 4 дула.
Ничего себе! О! Ты мелко его не удержишь, да? Держу! Дай мне! Ну ладно, подержи. Заряжается. Вот так. Ты смотри, как дуло крутится, когда стреляешь. И, кстати, можно зажать курок просто и вот так вот. Да? Это, наверное, он очень похож на Нёрст, такой же, только с 30 пулями. Вот тот. Синий, да, сейчас я его принесу. Да, давай его пока достань. Он очень похож. Вот он очень похож. Механизм такой же. И мне кажется, ты что такой же Нёрст, только в увеличенных масштабах. Ага. Посмотри. Да. И пуль побольше. Ну, да. О, ну этот мне больше ладно, нравится. Ладно, ты этот все повесь уже, все на хорошо. Место. Хорошо. Ай, я первый! Ну ладно, все, я первый попробовал. Ты, а откуда вылетают? Бэм! Глаз тебе не бомбани. Из верхнего, походу, вылетает, да? А сейчас такого вылетело. А сейчас вот смотри. Слушай, он так гасит сильно. Все, давай, зарядим его. Полностью, давай. Давай. Сколько пулек. Слушай, это же такая нормальная альтернатива этому автоматическому нашему вот этому монстру. Да. Кстати, смотри, на этом же тоже Phantom Core серия получается. Да. Та же рожа, или что это тут, значок? Или рожа? Там рожа больше, вон маска такая, да? Смотрите, да. Ребята, чик. И там чик. Саня, смотри, как он солидно выглядит. А, заряженный. Да. Слушай, мне на охват рук только хватает, а? Тебе, наверное, не совсем удобно будет, а, Санек? Давай это. Дед Мороз знал, он поэтому и написал потом, что он так подумал, Саня, пока его там это возьмет, лучше я пати. Вот давай, попробуй постреляй, я хочу посмотреть, сколько его дула вылетает. Или с разных, может быть. Че, я вон по той мишеньке сейчас попробую сразу. Давай, я хочу посмотреть, сколько его дула. Нижнего. Блин, отлично бьет. С нижнего стреляет дуло. Все с нижнего? Да, все с нижнего. Ну, насчет точно... О, с двух вылетело. Прикольно. Дай-ка я попробую. Аж рука устала. О! Что, точно гасит? Все, выстрелил уже. Нет. Да, ну что, ну точность, конечно, написано, что точность, ну так. Да нет, точность нормальная, потому что нужно привыкнуть, то, что с нижнего дула ну, стреляет. Вы выше, точность выше, чем вот в этом. 100 пудов. Это как будто младший брат, да? Да. Чик. О, тут XV3000, а тут XV5000. 6000. Да. Ну вот он в 2 раза и больше, да? И тут еще у нас что? То есть мы его можем, наверное, тоже на это, да? На ремень, потому что он да. тяжелый. Ага. Подвесить. И вот удобненько. Ладно. На, Саня, ты его посмотри. А у меня там одно дельце есть. Я его сейчас должен завершить, пока ты тут занят. А что за дельце? Ты занимайся, Саня, занимайся. Хорошо. Ничего, Саня, ты там это, рассматривай новый нерв. Не, надо к тебе в комнату, он же точно Арсению расскажет. Интересно, что его за дельце такое? Подождите, второй нёр. Может, он там тоже переклеен? Пойду-ка я проверю.
точно. Папа, папа, а ты где? Я здесь, у меня тут это. Позвонили мне срочно. Алло, да, да. Не, это так. Сын отвлек. А где второй нюх? Да, да. Саня, ну я разговариваю, дай поговорить спокойно. Ребята, если вы знаете, что это папа собрал нюх, обязательно ставьте лайки. Всем пока-пока. Вы были на канале Брошоу.